Привет всем, с вами Джексон, и сегодня будет первый тест нашего вертолета, который нам пришел с Китая. Это почти самый дешевый вертолет, который можно заказать. Я уже вставил батарейки. Давайте закроем это все дело. Все, ну вот оно закрывается только на болтик. Без болтика тут не канает. Так, включим наш шпуль. Тут есть каналы А, Б, С. Я не знаю, зачем они нужны, учитывая, что на вертолете вроде бы ничего менять нельзя. Ну давайте, собственно, включим сам вертолет. Так, включим, он загорелось. Так. О, и все, и полетел. Так. Сразу же начал работать, хотя я включил вообще на какой-то другой канал. Я включил на Б, и сразу на Б он начал работать. Не знаю, вам слышно вообще было меня или нет. Возможно, вам было и не слышно. Ну вот, в принципе, оно так выглядит. Но, конечно, вот качество дает о себе знать, потому что это вот как-то вот, я не знаю, выглядит, знаете, вот даже когда оно крутится, такое ощущение, что оно болтается просто как не знаю что. Ну, короче, ужасно это выглядит, возможно. Тягу все-таки имеет, они сразу же прислали заряженный. Давайте попробуем взлететь, если у нас получится. Так, попала крышка аккумуляторного отсека. Так, я, конечно, в этом полный нуб, но, по-моему, что-то тут не так, потому что он как-то... Вот, сейчас я вот даже покажу, что тут не так. По-моему, да-да-да, почта его все-таки помяла. Я не заметил это. Смотрите, как ножки находятся. Вот как тут и как тут. Почта все-таки помяла немного вертолет, но это, в принципе, не страшно. Хорошо, что не помяли другие детали, потому что ножки это не самое критичное. Давайте сейчас ее поправим. Так, ровно стоит? Нет, не ровно. Самое главное сейчас ничего не сломать. Конечно, почта жжет. Так, вроде бы все, теперь ровно стоит. Ну так, относительно ровно. Так, попробуем на нем взлететь. Интересно, как это индикаторы мигающие. Можно включить, что они бесят меня? Мне легче их просто выпаять будет. Так, давайте на низких оборотах. Все-таки он куда-то улетает. Так, мне интересно, зачем задняя лопасть, если она вообще ничего не делает? Вот это вот, она не крутится почему-то. По идее должна. Ни при каких условиях почему-то она не крутится, эта лопасть задняя. Это, возможно, надо... Эта лопасть вообще должна была быть для наклона вперед-назад, но, скорее всего, она тут вообще не канает, потому что он оказался не тем, что я заказывал. Я заказывал 3,5 канальный, мне пришел 2,5 канальный. Давайте попробуем взлететь хотя бы на большую высоту. И все, он что-то вот ходит в стороны. Если я его сейчас упущу, он куда-нибудь улетит, поэтому я немного его придерживаю. Ну, все, улетел. Ну, в принципе, вот так это вот все выглядит. Конечно, я разочарован в Т-Марте, потому что они пишут характеристики к своим товарам неправильно, и я попрошу возмещения, что это за фигня. И тем более вот это тут... А, ясно все, короче. Все ясно мне теперь стало. Тут вообще двигателя нету. Это просто вот вертушка. Вот тут даже оно не прикреплено. Ну, нету никакого вот за это. Это просто так для вида вот эта штука, она не рабочая. Если был бы 3,5 канальный, он бы еще мог делать вперед-назад, а он не может так делать. Он может только влево-вправо, все, его на этом функция ограничена. Конечно, это большой минус магазина. Ну, в принципе, за такие деньги, что я ожидал. Но все-таки это минус магазина. В Т-Марте лучше его, наверное, не заказывать, потому что они характеристики к товару неправильно написали. Это, конечно, большой их не. Минус, так скажем. И тут вообще двигателя нет. Это ротор, он даже его крутить очень... Вот эту вот штуку, вот, которая основной ротор, ее намного крутить легче, чем вот эту. Это вообще какая-то там непонятная ерундовина. Она как... Ну, она вообще не имеет никакого двигателя там. Это просто так для виду сделано. А для какого виду, я не понимаю. В общем-то, вот так вот. Такой вот вертолетик, ждите полный обзор, я его потестирую, возможно, даже получится на улице. Но я знаю, что дистанция, на которую он ловит, очень низкая, поэтому на улице, скорее всего, это будет бред снимать, потому что он будет сразу падать, и бессмысленная штука. В помещении будет немного получше с ним. И, в общем-то, с вами был Джексон, подписывайтесь, ставьте лайки, и, в общем-то, пока.